Всем привет! Те, кто внимательно смотрел прошлый ролик, заметили, что помимо вафельных трубочек, я сделал еще несколько стаканчиков для мороженого. Поэтому сегодня будет пломбир. А начну с приготовления крема. Он и будет основой мороженого. Часто задаваемый вопрос – время выпаривания крема. На это вам понадобится около 25 минут на слабом огне, постоянно помешивая. Чтобы определить готовность крема, нужно окунуть в него ложку, дать крему немного стечь, провести пальцем полосу, и если канавка держится, значит крем готов. Теперь крему нужно дать остыть. А тем временем я взобью охлажденные сливки до устойчивых пиков. Да, я рекомендую это делать в охлажденной посуде. Осталось только добавить крем и хорошо перемешать. Это можно сделать миксером. Все, мороженое готово к заморозке. Но если вы просто оставите его в морозилке, в нем образуются кристаллики льда. Чтобы этого избежать, нужно каждые 30 минут доставать мороженое из морозилки и перемешивать его. Эту процедуру нужно повторить 3 раза. А в идеале нужно использовать шоковую заморозку при температуре от минус 20 до минус 24 градусов. Но в домашних условиях это сделать очень сложно. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и жмите на колокольчик, чтобы быть в курсе новых видео.